Лаинес запомнился, игрок острый, игрок умный. Сейчас Видаль, оказывается, на ударной позиции. В 28-й минуте уступил место на поле Ансу Фати, 16-летнему футболисту. В возрасте за Барселону дебютировал только Висенте Мартинес. В русской лиге УЕФА забивал в прошлом сезоне Фати, в частности, в игре с Челси сделал он дубль. Только Висенте Мартинес. И Ансу Фати. Уньор, снова Видаль. Де Йонг. Фати. Отдает он пас на Видаля. Видаль. Штрафной. Бивает в каждом матче. Но получается вот так, что Лорен на старте сезона именно что в каждом матче и забивает. Сержи. Продолжает. Должны были играть последний. Нет, нарушение правил. Де Йонг подхватывает на позицию и могла получиться, конечно, еще. Сержи. Передача низом. Гризман выскочил на перехват и едва не оформил хитрик. Мяч. Гризман. Примет. Рекламец. В следующем туре Барселона в субботу, 31 августа.